раннее утро, очередной день пребывания на базе Бодо. Вот это место, вся эта местность, она как бы относится к району Сальцтраумен. Здесь знаменитые водовороты. И вот мы видим здесь прогулочное судно, на котором катают туристов как раз на эти водовороты. Ну а нам и нашим всем экспедиционерам повезло, что мы каждый день проходим по этим водоворотам, мы каждый день ощущаем вот то неповторимое чувство, которое возникает от этого природного явления. Ну и сегодня завершающий день, завершающая подводная охота и рыбалка в этом месте. Надеюсь, они будут не менее удачны, чем прошлые дни. График приливов и отливов. Именно когда происходит прилив или отлив, это явление водоворотов наиболее сильное. И в это время запрещено здесь проходить на маломерных судах. Вот мы как раз знаем этот график и вышли в то время, когда водовороты еще так имеют небольшую мощность. Что здесь творится, когда попасть в пик вот этого явления. Сюда приводят туристы со всего мира, чтобы показать это вот удивительное чудо природы. Что мне нравится здесь вот в Норвегии, вот во фьордах, здесь никогда не бывает сильного штормового ветра и огромных волн. Здесь вот такая вот спокойная погода, и бывает, конечно, волна, но не такая, чтобы невозможно было охотиться. Вот очень комфортные условия, именно в этом месте нет течения, песочное дно и треску видно с поверхности. Это очень большой плюс, подводной охоте не надо постоянно заныривать и
утруждать себя. Увидел объект и уже конкретно на объект подныриваешь. Ну что, подводная охота начинается? Здорово видно. Thank you.
что адреналин, мандраж. Думаю, вчера уже был опыт один. Ну ладно, подошел, спокойно он меж глаз. Потом думаю, нет, жаберную крышку, она жесткая, не порвет. Бах! Он, ну, метров 10 отскочил, катушку ослабил и встал. В общем, борьбы не получилось. Потихоньку поднял его, на коканчик пересадил. А когда на остров выгребался, он мне как дал жару, в обратную сторону гребет, против течения, не могу. Кое-как вытащил. Вот и все, сегодня пожарим. Сегодняшние рыбалки все настраивались на ловлю палтуса. И вдвойне приятно, что палтуса подстрелили подводные охотники. Сегодня, на сегодняшнем вечернем столе, мы поменяем меню свое и попробуем эту хорошую рыбу.